Так, ну что же, ребят, продолжаем играть в игрушку Машинка Вилли 6. Отлично. Идем дальше. У нас какой уже левел? Давайте посмотрим. 7-й левел, 4-й мы не прошли. Ну потом, в следующих часах попробуем пройти. Так, тут вроде все просто. Просто нужно переехать дорогу, но... Что-то я как-то боюсь переезжать ее. Так, колесико я нашел, вот оно. Так, что же делать с машинкой? Я не знал, где нам взять машинку. Попробуем. Твою ж, блин. Ну не тут-то было. Дракон нам испортил планы. Такая лягушка круглая. На оленя, похоже, смотрите, такие как бы рога. Но это веточки на самом деле. Так, смотрите, я дергаю и смотрите, что с елочкой происходит. Это как бы корень от елочки. Забавно сделано. Так, тут какая-то комбинация у нас. Сейчас попробуем сделать. Так, ну я больше ничего такого не вижу, где нам взять. Мы вообще на каком-то слитке стоим. Я так понял, если нажать правильную комбинацию, то... А, блин. Это была неправильная комбинация. Ладно. Ну тут сложно, кстати. Так, мы поднимаемся на облачке каком-то. Ух ты, в машинку превратилась. А, твою ж мать, так нельзя было делать. Опять этот дракон. Все нам испортил. А, он меня в комара превратил. И лягушка нас съела. Забавно. Все, я понял. То есть сначала нужно подняться, а потом нажать на кнопку, чтобы лягушку превратить в машинку. То есть меня машинка превращает в насекомые, в животные, а животное, наоборот, в технику. Все понятно. Потом вот на эту кнопку надо будет нажать. А, этот раз она улизнула, смотрите. Так, мост появился. Облако испарилось. А, и так будет бесконечно. А если я мост поставлю? Так, ну он мне все равно поднимет. Ну ладно, что ж, поедем дальше. Прошли все-таки мы этот левел, на отлично. Идем дальше, следующий. Вот я сразу вижу колесики мышь. Колесико. Так. Ух ты, а так я, получается, упаду. Нужно вот так оставить, чтобы я смог потом подняться. Так, едем дальше. Да тормози ты уже. Переигрываем. Пока что давайте вот так оставим. Так, где нам взять машинку? Нужно какое-то действие совершить. Нет, назад, 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 назад. Катись назад лучше. Потому что так мы упадем. А вот сейчас будем подниматься наоборот. Отлично. Так, остановимся. И тут, ну, можно, в принципе, подумать. А, вот она машинка, отлично. Проходим левел. Так, и где мы сейчас находимся? В какой-то... В какой-то пещере. Давайте немножко проедем. Ух ты, блин. Ну тут-то было. Эта пещера, оказывается, лаборатория.
Так, а что мы тут видим? Так, мы куда-то едем, поплыли. Боже мой, тут много локаций, нифига себе. Я умер. Твою ж маму. А, куда я должен ехать? Вниз или... Давайте поедем вперед. Нифига себе, тут много локаций, ребят. Это как игра Кубик был. Так, мы что-то собрали. Пойдем вниз, давайте. Так, следующий ребус. Какие-то ключики. А, мне... Давайте машинку пробуем собрать. Почему бы и нет? Вот на машинка. Следующий будет пускать дождик. Ах ты, блин, нифига себе меня перепилило. А если... Давайте все попробуем. Так. Это будет потоп, нифига себе. А, наша машинка утонула. Не, ну просто интересно все испытать. Но нам нужен ключик. Так, у нас три варианта. Можно назад сходить. Назад, мне кажется, там будет... Там стрелы, и нас сейчас убьют. Нельзя сходить назад. Так, ладно. Пойдемте вниз. Так, какое-то испытание. Ну и чё? И какой смысл? Он должен тоже заработать, по идее. Ах ты ж, блин, вон ну как. Это сразу, сразу нет. Вот так, наверное. Ах ты, блин. О, вот. Я понял хотя бы принцип. О, отлично. Так, ворота открыты. И едем вперед. Следующее испытание. Ну, долго игрушка. Так, едем вперед. Вон, наверное, финиш. Фух, ну мы не во всех комнатах побывали. Было прикольно, интересно. А, колесо мы так и не нашли, ребят. Если вы найдете, знаете, где колесо, подскажите, пожалуйста, потому что, мне кажется, это сложно найти колесо здесь. Следующий левел. Так, такая вот штука, давайте сюда ее направим. А, это огонь. Или лед. Прикольно, мы заморозим сейчас. А вот это нужно наоборот разморозить. А если я на машинку? Проиграли. Ее можно также взорвать. Мы этого делать не будем. Давайте заморозим сначала. Лед. Интересно, растаять можно? Да, можно растаять. А если мы немножко растаем лед, а потом его заморозим, можно?
И нельзя повторно заморозить. Ну, не, ну просто интересно было. Для любопытства. Разработчики молодцы, сделали прикольно. Шестая часть особенно прикольнее. Ух ты, блин, это ловушка была. Давайте здесь остановимся. Куда ты едешь? Ух ты, вот она машинка. Почему я застрял-то? Может, камушек подложить? Честно говоря, я не знаю, что случилось. Ну-ка, а что если я камушек как-нибудь? Или... Ух ты, он падает вниз. Забавный камушек. И можно управлять. Так, давайте его заледеним. Или наоборот, его растопить надо. И ничего не происходит с камушком. Куда мне его засунуть-то нужно? Пробка. Короче, блин, я застрял, не знаю, что делать. Ладно, давайте переиграем, может быть, так не надо было делать. Мне надо как-то повернуться, я не знаю как. Так, ну и чё, вот я застрял. Я чё, колесо нашёл случайно? Блин, как мне тут, я не знаю, играть? Может быть, нужно вовремя остановиться? Давайте попробуем остановиться вовремя. Надо было просто посильнее толкнуть, наверное. Все, я понял. Отлично, давайте растопим эту ледышку. Да, ребят, шестая часть намного сложнее оказалось, чем я даже думал. Посильнее просто толкнем. Вот так вот. И можно ехать дальше. Нифига себе. И что мы тут делать? Фух, мы его растопили, этого голема. Да уж. Забавно. И взяли его рыцарский шлем. Нам предлагают в пятую игру поиграть, но мы в пятую уже играли. Так, что у нас здесь? Такая какая-то технология. Так, нашли с вами колесико.
Только надо вот эту штуку убрать. А что будет, если я упаду? Я, наверное, умру так. Падать нам нежелательно. Так, давайте переиграем. Димиту, давайте остановимся. Муха высыпается. Это что такое, не знаю. Так, ну поток резко увеличился. Эту штуку надо убрать. То есть он должен в другую сторону вращаться. Ну-ка, если я спрыгну. Смотрите, я куда-то поехал. Он должен сначала вот это колесо, наверное, завращать, а потом вот эту. Блин, а как нам вот эту штуку убрать? А, вот. Так, нашли машинку, но можно уже ехать. Ух ты, блин. Не тот толкнул. Что, он не должен был меня толкнуть? А что надо было сделать? А, и он сейчас разозлится. То есть мне надо быстро проехать. Ну все, я понял, в принципе. Так, мне надо ехать уже быстрее, меня сейчас толкнут, твою ж мать. Я, в принципе, все получил. Мне надо просто поближе подъехать. Стоп, стоп, тебе. Блин, ну я как нуб играю, давайте в последний раз пройдем. Попробуем. Так, отлично, мы на отлично проехали. Так, давайте посмотрим, сколько нам осталось. Нам, по сути, осталось 3 уровня. Ну, давайте я их на следующую серию оставлю. На следующую часть. Вот, а пока что был Дариди, ребят. С вами был Дариди. Всем удачи, всем до скорого. Пока-пока, еще увидимся.